Это у нас пожар тут был года два назад. Вот как все тут. Это вот дом рядом около нас стоит. Это мы недалеко здесь. Это аэропорт. Это речной порт, речной. Вот башня. Я пошел к собакам здесь, которых мне запрещают покормить. На, за мной иди. Идти мы в музей сейчас будем. Ну все, я. Да, сейчас подождет. Это минутное буквально дело. Мы быстро пройдем. Я собак только покормлю там. Вот, за мной иди, так, не выключай. Не выключай. Рукавички надень. Где у меня собачки здесь? Ой, вот они бегут. Ну-ка, что я вам принес? А? Мне дома не разрешают там кормить. Так я сюда хочу. А ну-ка, подожди, лапу дай. Лапу дай. Ну-ну. Давай, лапу давай. Давай, вон лапу даю. А где мать-то ваша? А? Где она? Ну-ка, держи. Ой, я им что дам. Принес рыбки, ну-ка. Вот как. Сейчас, сейчас. Сейчас еще что-то дам, собачьего корма дам. А где она вот, собака-то? Где третья-то? Собачка желтая-то где? Ну-ка, давай. На. Держи. Где она, собачка третья, а? Это собачьи галушки. Сергей дал мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, где она? Ко мне, ко мне. Давай, ешь, ешь, ешь. Вот. Конечно, не расщупал, что такое хорошее. Сейчас я пойду. Тут Марина рядом. Ко мне, ко мне, ко мне. Там дома я щеколдой щелкал. Если ветер сюда дует, вот сейчас я замерил, 260 метров примерно. Ну, может, чуть поменьше туда. И ветер дует, они слышали, какой же у них слух. А тут и смотри, какие здания. Это перекрывает к нам туда дорогу. А это вот здание, мы сейчас пройдем рядом. Это музей народного искусства, литература. Когда-то был краевой суд, меня здесь осудили. Пошли. Вот они едят. Ну, третья собачка, она у них здесь. Видишь, как у них тут? Вон большие дома какие. Можешь предвидеть. Вот, пошли. Вот написано речной порт. Видишь как? На воротах. Важно, якоря везу, вверху как. Мы сейчас зайдем на территорию, я покажу. Пойдем быстрее. Инженер горный был, при царе. Вот посчитайте, какая. А теперь музей. А был краевой суд. Вот оно. Смотри, хорошо, засними его. Сюда поближе подойди, напротив, вертикально, чтобы. Это Марина Добунова здесь работает. Здесь книги подарил им, они хранятся у них. Музей. Вот, смотри. Дальше, какие окна, двухэтажные, это один хозяин был. А вот, не подскользнись, смотри. О, хорошо, сними. Это на пути к собакам мы бегали, я тут кормлю их. Мне там не разрешили, я не стал настаивать. Ну и правильно, вот. На дверях-то посмотри внимательно, поближе подойди. Сними прямо крупно. Вот что здесь я сейчас посмотрю. Вот почти 70 метров ширина только здания. Это все одно здание.
плохо жили, писали батюшки. Все уже присвоили как надо. О, вот смотри дальше. Хорошо сверху донизу, покажи дом. Какой он был, какие трубы там наверху, какая огромная труба. Это топили, печное отопление было. Там видно, насколько кирпичей. Раз, два, три, четыре, 80 сантиметров. Ну и так, наверное, 5. 80 на метр. Вот как это. Ну, топили несколько печей, в одну трубу заходили. Здесь вон какие трубы. Елки. Вот сюда меня завозили на машине, судили. Я судили, увезли по этапу. Это прямо около меня, рядом. А вот посмотри еще что. Ну вот теперь посмотри, что на воротах написано. Крупно. И вверху двуглавый орел. Как он все сделано-то. А какие вот оттуда посмотри маленько подальше. Никита, вот так подальше маленько. Покажи, как это, арками. А то там власти нет. Есть власть. А теперь адрес. Покажи какой. Так. Ну здесь не хочу. Смотри, в эту сторону покажи, как есть. Или на улицу пройдем. Ну тебе это нравится, чтобы. Нефть они как будто заведуют. Улица Ползунова вон на боку видать. Вон на видать. А это наша улица, остальные люди. Вот. Какой Барнаул красивый, какие здания стоят. Поверни потихоньку, вокруг, по окружности пройти. Медленно. Вон все здания, покажи. Написано, что? Комбольский. Вот смотри, какие украшения. Именно Ползунова напиши 14. Вот какие. Это вот такой купили участок, и они построили. Сейчас помню, как называется. Здесь калитель лежит. Не компания. Компания это вооруженное что-то. А вон компания. Смотри, какой хороший построили. А
наличники какие сделал Андрей, был потом глухонемой. Сзади это наше. Вот она, дергаю вот так вот. Выйду. Вот так вот подергаю. Собаки со всех сторон несутся. Ну, 8 штук примерно даже было постоянно, клиенты мои. Но потом тут стали наши жаловаться. Они приходят, тут блокируют буквально. Вон, посмотри, дым как. Володя топит. Все. Вот теперь посмотри, наш уже дом. Это мне дом дали по суду. 11 лет шел суд. Я выиграл, администрации края нечем было рассчитываться. Города Барнаула. И вот рассчитались они мне 2 здания дали, 13 соток в центре города. Это Господь сделал. Бог по благодати своей. Мой брат Аким как-то сказал, хорошо, что брата посадили, иначе бы мне негде молиться было. Гляди как. Идем дальше. Вот такое дерево, береза по порядку по столу. Покажи. Вот, я не садил, а так что предоставил. Вот такая елка. Глянь какая. Аккуратно. А это вот тут мы живем. Это наши соседи, там сильно играли какие-то, ну, дурная музыка шла. А там он, блин, как он красиво идет. Это Володя кочегарит всю зиму. Ну, батюшка платит что-то там. Это у меня кормушки на окне. Там сало навешано везде. Он, смотри, где сало висит. Вот на этом вот висит сало. Видно, нет? На стержне. Вот. Железка. Это сало свиное для жуланов. Они его обклевали. Сороки. Эти пищухи прилетают. Вороны не бывают. И вот даже здесь подходишь, я тоже не пищу. Вот. Смотри, я хотя бы там падаю. Там машина пришла, ты не за тобой? За мной. Ну все, вот сюда поверни еще, чтобы все мы рядом. На звание прибей, сидят в видеозаписи и уходи. Выключи, Никита Недекер на тебя повернул.